почему решение областного суда не выполняется? Почему второй год люди инвалиды потеряли здоровье на улице? Потеряли здоровье, потеряли не то, что Литов нанес, не только материально, он и моральный нанес вред. Люди уже устали голодовать. Два года жили. Люди устали на второй год. А Литов здесь как хочет и хозяинчик, ему праздники. Да, за Конституцию наплевал он, на Конституцию наплевал, поэтому согласна. Поэтому согласна Конституции Республики Казахстан, который вот намеревается местная исполнительная власть отмечать. Это национальный праздник. Мы свой национальный праздник тоже хотим отмечать. Тоже мы граждане Республики Казахстан. Мы не какие-то там иностранные, там подданные. Мы граждане Республики. И мы как соблюдаем свои законы, требования. Мы соблюдаем. Пусть иностранные.